Многие николаевские писатели и художники ищут свои корни во временах античности. Они именуют себя то наследниками киммерийцев, то скифов, то сарматов, а то и древних греков. На том основании, что недалеко от Николаева расположен город Ольвия, и что упоминания об этих землях встречаются в древнегреческой литературе. Есть даже такая точка зрения, что сам Гомер был из Северного Причерноморья, и что на месте, где сейчас расположен Николаев, находился вход в Аид, царство мертвых. Это все, очевидно, должно поднимать самооценку жителей в их же собственных глазах. Гомер действительно упоминает Киммерию. Напомню, что в древние времена этим именем назывались земли Северного Причерноморья. Это современные южные области Украины, Крым, Краснодарский край, Ростовская область. В общем, огромная территория. И представления Гомера о том, что здесь происходило, у него были довольно смутные. Подтверждением этого является 11-я песня «Одиссей», в которой он пишет: «Там находится город народа мужей киммерийский, вечно покрытый туманом и тучами. Яркое солнце там никогда не блеснет ни лучами своими, ни светом». Я думаю, что современный житель города Николаева вряд ли узнает в этом описании свой родной город. Потому что чего-чего, а уж солнце у нас в избытке. Ну вот кто действительно был на этих землях, так это Геродот, отец истории. Это произошло в 5 веке до нашей эры. Его сюда привел интерес к северным народам, которые угрожали Греции. Вторая причина его поездки – это попытка уточнить смысловое и географическое наполнение таких, как сказали бы сегодня, важных геополитических концептов, как Европа и Азия. Вот что он пишет в своей книге «Мельпомена». «Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты Земли, хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания Земли. Они изображают океан, обтекающим Землю, которая кругла, словно вычерчена циркулем. И Азию они считают по величине равной Европе». Приехав сюда, Геродот смотрит на окружающую действительность глазами туриста из столицы. И поэтому он видит в окружающих его людях, то есть в скифах, таких совершенно диких и необразованных варваров. Вот почему в своей книге он пишет, что скифы практикуют человеческие жертвоприношения. Они пьют кровь убитых врагов, а из скальпов изготовляют полотенца, а из черепов этих же врагов они делают кубки, из которых потом пьют вино. Геродот пишет, что скифы не моются водой, а принимают бани, при этом кидают конопляное семя на раскаленные камни и вопят от удовольствия. Неудивительно, что Геродот уделяет такое большое внимание враждебности скифов по отношению к тем людям, которые переняли чужую культуру, особенно эллинскую. И иллюстрацией этой враждебности является история двух скифов, которые очень любили греческую культуру, история Анахарсиса и царя Скила. Об Анахарсисе мы читаем, что он повидал много стран и выказал там свою великую мудрость. Можно сказать, что на современном языке это такой путешественник, интеллектуал. И вот, вернувшись в Скифию, Анахарсис тайно отправился в так называемую Гелею. Эта местность лежит у Ахиллесова ристалища и вся покрыта густым лесом разной породы деревьев. Так вот, Анахарсис отправился туда и совершил полностью обряд празднества,
как, так, как он видел его в Греции. При этом Анахарсис навесил на себя маленькие изображения богини и бил тимпаны. Какой-то скиф донес, куда нужно, и тут, естественно, появляется скифский царь, и он прибывает на место, и вот он видит, что Анахарсис справляет этот праздник. И что он делает? Он убивает его стрелой из лука. И Геродот заключает, и поныне еще скифы на вопрос об Анахарсисе отвечают, что не знают его. И это потому, что он побывал в Элладе и перенял чужеземные обычаи. Подобную же участь пришлось пережить и Скиллу. Он был, как бы мы сейчас сказали, рожден в смешанном браке. Его отец Ариапив был скифским царем, а мать была гречанкой. Она-то и научила его любить греческие обычаи. Так вот, когда Скилл вырос и сам стал скифским царем, он завел себе дворец в Ольвии. И когда он приходил в город, он снимал с себя скифские одежды и жил как грек, и практиковал греческие обычаи, греческие ритуалы. И, естественно, он принимал участие в вакханалиях, поклонениях богу Дионису. Эти вакханалии особенно сильно раздражали скифов. Они просто приходили, видимо, в выступление от этого. Об этом пишет Геродот. Скифы осуждают эллинов за бахические исступления. Ведь, по их словам, не может существовать божество, которое делает людей безумными. И вот, когда царь, да, то есть Скилл, наконец принял посвящение в таинство Вахха, нашелся грек, который рассказал скифам о том, что происходит и в каком состоянии, да, пребывает Скилл. Этот грек говорит: вот вы, скифы, смеетесь над нами за то, что мы совершаем служение Вахху, и нас охватывает в это время божественное исступление. А теперь и ваш царь охвачен этим богом. Он не только совершает таинство Вахха, но и безумствует, как одержимый божеством. Если вы не верите, то идите за мной, и я вам покажу это. Скифские главари последовали за Борисфенитом. Они увидели Скилла, да, в этом абсолютно безумном состоянии и прогнали его из Ольвии во Фракию. Позднее он был выдан скифом и казнен. По этому поводу Геродот заключает: так крепко скифы держатся своих обычаев, и такой суровой каре они подвергают тех, кто заимствует чужие. Но при чем здесь николаевский текст, спросите вы? Но на самом деле античные авторы действительно были первыми, кто начал его писать. Если туман и отсутствие солнца в тексте Гомера воспринимать метафорически, то мы получим невидимый город. То есть город миру абсолютно неизвестный, коим Николаев и является. Кроме того, гуляя по его грустным, неухоженным улицам, я часто думаю, что спуск в Аид на самом деле должен находиться где-то тут. Судьба образованного и много повидавшего человека, подобного Анахарсису, Николаеве действительно нелегка. Конечно, его, может, и не убьют, но за городского сумасшедшего точно примут. И потом, от кого мы ведем духовное родство? Если от греков, как этого хотят многие наши местные разумники, то мы никакого права на это не имеем. У греков была кологатия, единство физической и духовной красоты, а у нас пока выходит одно безобразие. Мы скорее скифы с раскосами и жадными глазами, о которых писал Блок. Но и скифами нам быть не очень-то хочется.
Вот такая степная Эллада у нас получается. Дай тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе словно птица не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою. И как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым островом. Над полуостровом, как вавилонская башня, символ победы вчерашней.